Дорогие друзья, приветствую вас на канале компании «Купи салон». Меня, как всегда, зовут Алексей Крыловецкий, и мы, как регулярно рассказываем в своих видеороликах, сегодня поговорим о красивых, интересных салонах. И вот у нас тут свежевыпеченный пирожочек Mercedes GLE синего цвета, синий кавансит. Очень красивый металлик, который переливается из глубокого насыщенного сине-фиолетового практически в небесно-голубой. И для этой машины мы, как всегда, сделали салон в стиле дизиня. Использовали красивую синюю кожу и белый кантик. Естественно, полностью повторили оригинальный дизайн. И сейчас наша задача продемонстрировать вам этот проект. Вы уже по предыдущим нашим видео знаете, что Mercedes — это одна из самых популярных машин, которые мы делаем очень много, где очень важно, чтобы и качество, и сам дизайн были максимально приближены к оригиналу. Эта машина не исключение, поэтому обзор будет очень коротким, емким, и я надеюсь, вам сочетание цвета кузова и салона приглянется. Ну а свои комментарии обязательно оставляйте внизу к этому видео. А подписаться на нас очень просто. На каналах в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте и на Drive2 у нас есть свои аккаунты, все ссылки есть в описании к этому видеоролику. Посмотрим, что получилось. Друзья, не секрет, что в следующем году, в 2019, выйдет новое поколение автомобилей Mercedes GLE и GLS. И для того, чтобы поддержать интерес к нынешнему поколению, автопроизводитель придумывает новые способы декорирования салона, отделки, функционального оснащения, более современного. Так вот, этот автомобиль изначально шел в известный владельцам Mercedes не очень привлекательный, не очень, может быть, даже где-то качественный, текстурной отделки салона. И для того, чтобы салон выглядел современно, как самое последнее поколение автомобилей Mercedes GLE с дизайном дизиня, оригинальным заводским, мы перешили салон из натуральной кожи Nappa. Здесь, как обычно, мы сделали перетяжку передних сидений, заднего дивана. Обязательно перешиваются всегда дверные вставки вместе с дверными подлокотниками. Ну и, конечно же, центральный подлокотник между водительским и пассажирским креслами. А для того, чтобы соответствие было максимальным, полным, мы, естественно, установили шильдики дизиня на верхнюю часть спинок всех четырех посадочных мест. Обязательно добавили декоративный кантик, светлый белый в данном случае. Он очень здорово, кстати, оттеняет вот эту темную кожу. Естественно, центральная часть сиденья отстрочена ромбиком самого последнего поколения, то есть той формы, которая используется именно в нынешнем поколении салонов дизиня. Само собой, он получился у нас объемным, ну а внутри ромбика расположена фигурная перфорация. Что касается процесса изготовления этого салона, помимо того, что требуются необходимые навыки по пошиву, необходимо выбрать качественный материал, дальше раскроить эту кожу, сшить обязательно. И это не самая простая задача, особенно когда речь идет о контрастном шве, как в данном случае светлая нитка по темной коже, то мы, соответственно, должны еще говорить и о качественной сборке. Машина умная, в машине много электрических приводов, всевозможные датчики, и для того, чтобы все работало, очень важно, чтобы квалифицированный арматурщик осуществил сборку, ну, предварительно разборку, естественно, этого салона. Ведь при перетяжке, скажем, дверей и их последующей установке обязательно требуется замена пистонов на оригинальные, новые, для того, чтобы в машине не появилось никаких дополнительных звуков, скрипов, то, что так не любят владельцы автомобиля, особенно если этот автомобиль совсем новый. Ну, а для того, чтобы машина и салон служил как можно дольше, иногда нас просят обработать кожу дополнительными составами, керамикой, всевозможные чистящие средства интересуют владельцев, и нас спрашивают, а что, собственно, необходимо для того, чтобы салон прослужил как можно дольше. Так вот, очень простой совет. Используйте обычную влажную губку, используйте мыльный раствор, желательно прозрачный, для того, чтобы отмывать и очищать кожу. Ни в коем случае не надо наливать воду там, ложками или стаканами, да. Возьмите, промокните тряпочку или губочку в воду и дальше аккуратно все протрите. Чаще всего кожа, если это хорошая, качественная, натуральная кожа Nappa, она уже имеет очень хорошую пропитку и защиту. Ну, естественно, мы
используем только такую кожу при выполнении таких сложных дизайнерских работ. Ну, дальше, я надеюсь, вы сами оцените, что же у нас получилось, и сможете высказать свои мнения по поводу того, насколько этот дизайн вписывается в эту машину. Ну, а мы ждем ваших комментариев. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы и подсказывайте нам, какие еще машины вы хотели бы видеть на нашем ресурсе на YouTube. Дорогие друзья, очередной проект по перетяжке салона автомобиля Mercedes GLE, нового автомобиля, завершен. Скоро владелец будет получать свой автомобиль, ведь мы находимся на территории официального дилерского центра, с которыми активно сотрудничаем. Следите за нами на нашем канале на YouTube, а в описании к ролику вы найдете ссылки на другие аккаунты в наших социальных сетях, где можно смотреть за нашей работой почти в ежедневном режиме. Instagram, ВКонтакт, Facebook и Drive2. Ждем вас, удачи, пока!